Сегодня, дорогие мои, не будет никаких сантиментов и никакого жевания соплей. Только жесткач и правда в чистом виде. Вы можете быть менеджером или врачом, водителем или пожарным, художником или музыкантом, фрилансером или безработным. Кто не хочет или боится, свободен. Никого не держу. До свидульки и пошли вон. Мне надоело ваше постоянное нытье и утомленные интонации. Что улыбитесь? Хочешь, я расскажу, как ты живешь? 5-6 дней в неделю работа, дом, дом, работа. А свой единственный выходной ты тратишь на решение мелких дел и походы по магазинам. Потом возвращаешься домой, смотришь что-нибудь по телевизору и идешь спать, проходя мимо самого близкого человека, даже не обняв его. Единственное, что хочется сделать – забыться и уснуть. А все потому, что тебе так удобно не делать лишних действий и оставаться в этом замкнутом круге. Но, может быть, стоит на мгновение остановиться и задуматься. Что лучше, прожить в этом круге всю жизнь, завидуя тем, кто что-то делает? Или заняться собственным бизнесом? Обрести финансовую независимость и осуществить свои мечты и мечты своих близких? Материальное благополучие – это основа, фундамент человеческого бытия. Человек живет хлебом единым только в условиях, когда хлеба нет. Абрахам Маслоу. Теория иерархии потребностей. Я решил, что моя работа отстой. Экономика отстой. Мои дела улучшатся только тогда, когда я предприниму что-нибудь. Что ты собираешься делать? Три человека, A, N и Z, решили, что именно они, как никто другой, достойны счастья и свободы. И ринулись в бой за свои идеалы. Задача обрести финансовую независимость казалась невыполнимой и сложной. Каждый пошел к ее реализации своим собственным. Более 10 лет Эй гнул спину на производстве, работая по найму. Он сменил десятки профессий, пройдя путь от чернорабочего до менеджера высшего звена. Его доходы росли, но росли и расходы. А главное, он чувствовал свою зависимость от работодателя. Он не мог наслаждаться жизнью, будучи вынужденным бежать на работу каждое утро. Хотелось ему этого или же нет? Я собираюсь заняться сетевым маркетингом. Когда в жизнь Эй пришел интернет, и благодаря удачному стечению обстоятельств он открыл для себя мир электронной коммерции, ему потребовалось еще 10 лет, чтобы к 35 годам построить, наконец, свой собственный бизнес. Бизнес в интернете, который сегодня приносит ему порядка 15-20 тысяч долларов ежемесячно, требуя от него самого совершенно незначительных усилий. Эй обрел свой фундамент, став счастливым, самодостаточным и финансово независимым человеком, но потратил на это половину своей жизни. Друг Н, еще школьником, повстречав Эй на просторах всемирной паутины и изучив жизненный путь Эй, решил не тратить времени понапрасну, двигаясь окольными путями, работая по найму и участвуя в крысиных бегах. Он начал с самого короткого и действенного способа – построения собственного бизнеса в сети интернет. К своим 22 годам этот все еще молодой человек добился многого. Всего того, что имел Эй в 35. Сегодня Эн, едва вступивший во взрослую жизнь, ни дня не работавший на дядю, имеет свои 15-20 тысяч долларов в месяц, занимается интересным творческим делом и наслаждается жизнью на полную катушку. Что такое сетевой маркетинг? Компания сетевого маркетинга позволяет создать собственный бизнес. Создавая группу дистрибьюторов и клиентов, которые потребляют продукт, продаваемый компанией. Это звучит как какая-то пирамида. Что ты подразумеваешь под пирамидой? Когда единственный, кто зарабатывает много денег, это люди на самом верху. Ну, ты имеешь в виду, как в компании, где ты работаешь? Ты действительно думаешь, что можно заработать в этой компании деньги? Согласно Департаменту труда и Ассоциации прямых продаж, с тем же временем и усилиями, у меня в 5 раз больше шансов заработать более 100 тысяч долларов в сетевом маркетинге, чем на моей отстойной работе. По-прежнему похоже на пирамиду. В чем именно? Потому что когда ты рисуешь это, выглядит как пирамида. Как это связано? Ну, просто кажется, что это пирамида. Если ты нарисуешь схему руководства компании, где ты работаешь, какой формы она будет? Пирамида. А если нарисуешь то же самое теперь с церковью, какую фигуру увидишь? Пирамиду. А если бы нарисовал роли в команде скаутов, на какую фигуру это будет похоже? На пирамиду. Ты улавливаешь мою идею? Да. И я понял, понятия не имел, что столько пирамид вокруг.
Да, я ненавижу свою работу тоже. Именно поэтому каждый день играю в лотерею. Ставлю на 16, 22, 84. Может, тебе тоже следует начать свой бизнес, вместо того, чтобы оставлять свое будущее на волю случая? Но я слышал, что люди отрицательные говорят о... Как, например? Мой брат. Он богат? Нет. И имеет ли он собственный бизнес? Нет. Считает ли его надежным экспертом по этому вопросу? Нет. Считаешь ли ты его надежным экспертом в чем-либо? Не совсем. Ну, почему некоторые говорят, что сетевой маркетинг не работает? По той же причине, что некоторые люди думают, что социальные программы нашего правительства устойчивы. Общее невежество. Существуют ли надежные эксперты, которые поддерживают сетевой маркетинг? Слышал ли ты о Роберте Киосаки, авторе самых продаваемых бизнес-книг всех времен? Нет. Он большой сторонник сетевого маркетинга. Он называет его «совершенный бизнес». Ты слышал о Дональде Трампе? Да, у него смешная еще прическа. Он также является большим сторонником сетевого маркетинга. Ты слышал о Уоррен Баффете, самом успешном инвесторе всех времен? Нет. Он тоже поддерживает сетевой маркетинг. Ты считаешь, что эти люди более надежные эксперты, чем мой брат? Да. Я до сих пор думаю, что это лохотрон. Ты издеваешься, что ли? Ты слушал вообще, что я тебе говорил? Да, но мне до сих пор кажется, что это пирамида. Пожалуйста, объясни свои аргументы. Мне просто кажется, что это пирамида. Я думаю, мне пора... Стой! Ты разве не собираешься завербовать меня? Нет! Почему нет? Мне казалось, ты сказал, что это лохотрон. Я говорил, но я хочу присоединиться прямо сейчас. Я бы лучше закрыл глаза и перешел через шоссе, чем работал бы в команде с таким некомпетентным идиотом. Окей, поговорим позже. Вряд ли. А если все уже видели, то почему ничего не изменили в своей жизни? Я смотрю, все такие невхерственные и крутые. Зед не верит в то, что интернет способен приносить деньги. Он, как и 20 лет назад, пробует ковать свое счастье в реале. Он окончил школу, затем институт, после чего получил неплохую должность в какой-то юридической конторе. Живет Зед, как и 20 лет назад, от получки до аванса. Имеет несколько непогашенных кредитов. Раньше снимал квартиру, теперь прикупил собственную комнатку в коммуналке. Есть некоторая уверенность, что ближе к пенсии он сможет таки приобрести однокомнатную хрущевку по ипотеке, что, впрочем, еще далеко не факт. Но в миф о заработках через интернет наш Зед по-прежнему не верит. Тратить свое время на подобные глупости он не намерен, а твердо намерен прожить жизнь, как все, и закончить ее там же, где все, на городском кладбище. Так и не поняв, что жизнь нам дается совсем не для того, чтобы всю ее без остатка отработать на дядю, так и не достигнув даже самой первой цели – финансовой независимости и материального благополучия. Но хочу обратиться к вам ко всем из самой глубины своего сердца. И пусть каждый не просто подумает, а искренне примет решение, готов ли он идти со мной дальше.